Вот у меня, девочки, каждое утро. Смотрите. Оп. Оп. И еще вот. Я не могу. Это же нечто. Согласитесь? Просто кошмар. Причем каждое утро, когда я все это дело накладываю, все орут, все это самое. Как не знам, а кто. Вон, кстати, Гунечка. Кто про нее спрашивал? Вон она. Растолстела немножко. Ну, как немножко? Немножко. Нормально. Детский корм, потому что ест. Тут место Леофана, тут старичков. В общем, такой вот у меня. Как это? Знаете, хочется такой корм вот так высыпал, чтобы все поели. Да, бомбочка. Думаю, хорош. Вот такие вот у меня засранцы. Я бы так это назвала. Да? Скотинка моя. Крупный рогатый скот. Вот такие вот. Такая вот история. То, что там ест. Эти сейчас доедать будут, да? Пытаться. Но я не разрешаю. Так, скотину свою накормила. Им это не помогло. Кстати, забыла поздороваться. Всем доброе утро. У меня сейчас утро. Вот. Теперь буду сама завтракать. Не дай бог вначале самой позавтракать, потом накормить скотину свою. Вот, поэтому у меня яичко отварное и маленькие тут бутербродики. Хотела без масла съесть, но решила положить масло себе. Вот так вот. Это за вредность. И кофе, конечно же. Вот позавтракали же. Нет, все равно сидят. Яичко учуяли. Любят яйцо. Но я давать не буду, я вчера давала. Сегодня, тем более, нельзя. Еще один тоже сидит. В общем, кошмар. Без охраны я никуда. У нас на улице пасмурно очень. Дождь идет. Вот. Время 9 утра. Так что буду завтракать. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Это мои же тут поели. А я вот только сейчас. Так что вот. Там у меня вон еще что творится. Собаки не доели. Кот доедает. Это у меня Джуси не доела. Ну, там чуть-чуть, но все равно. Вот надоели этим, честное слово. Поэтому я хочу корм один на всех. Потому что у чужого-то оно вкуснее. Вот. Этот маленький тоже пытается поесть вкусно. Сейчас Бона пойдет разберется. Бона, разберись с ними. Что такое? Надоели, да? Сил нет уже. Кошмар. Так, позавтракали. Теперь хулиганчим. Да, Леофан? Джуси. Вот так вот. Сейчас будет бегать. Минут 30, как минимум. На поду ходит там. Все, дети мои угомонились. Я тут валяюсь. Надо сейчас встать, привести себя в порядок. Позавтракала, опять валяюсь. Ну, как-то так. Вот. Я вообще по утрам такой человек, который не активен по утрам. Знаете, я вообще не знаю. Мне по утрам, мне кажется, у меня даже голос другой по утрам. Есть такое. Дети угомонились, разошлись все спать. За окном идет дождь. А сейчас пойду приведу себя в порядок. И сегодня покажу вам заказ Фаберлик, ко мне пришел. Покажу вам, что там заказала. И сегодня еще буду готовить рыбу. Треску. Меня просили показать, как я ее готовлю. Вот. Ну, я покажу, как я делаю, да, и напишите тоже, может, как-то вы по-особенному делаете. Еще из трески, из филе трески, конечно же, можно котлетки сделать. То есть, ну, я имею в виду рецепт, как готовите, но не из рубленного мяса, да, не из фарша. Не из фарша трески. Вы поняли, да, о чем я? А из целой рыбы. Вот. Ну, вот как-то так. Еще люблю очень делать, но это не треску. Это минтай с томатной пастой. Надо будет как-нибудь купить мне минтай и сделать. С томатной пастой, с морковкой. Вообще вкусно. Вот. Вообще люблю треску. И у меня, кстати, муж любит треску. И треска очень полезная рыба, между прочим. Да. Ничем не уступает, по-моему, красной рыбе. Вот. Так что давайте вам сейчас покажу Фаберлик. Ну,
Ну и так немного обо всем. Заказ по Берлик. Во-первых, многие мне, ну, многие, да, написали: Наташа, попробуй матовые стойкие помады от Faberlic. Я решила заказать два цвета, все равно делаю заказ. В общем, попробую два цвета. Еще хотела такую бежевую, но вообще мне в последнее время нравятся такие более коричневатые помады. Вот, но что-то выбирала, выбрала вот такие. Они очень похожи между собой, да. Артикул вот 40871 и 40461. 461, которая 40461, она чуть потемнее. Смотрите, сделала свотч, но вот я только-только нанесла. Вот эта посветлее, она такая более персиково-розовая. А вот это вот, вот этот второй цвет мне вообще очень понравился. Я очень люблю такие цвета, они такие розово-красноватые, такие очень прикольные. В общем, поношу, мне самое главное, что? Мне самое главное, чтобы не сушило кожу губ, да? Соответственно, если не будет сушить, я, наверное, всю линейку возьму, потому что они бюджетные и при этом вот тоже матовые, говорят, что тоже очень стойкие. Вот идут вот в таких коробочках, это вот этой вот серии. Из этой серии, кстати, я взяла еще тушь повторно. Мне очень понравилось 5238, да, ее артикул. Да, 5238. Вот эта вот тушь, у нее такая очень объемная кисточка. Очень хорошо прокрашивает ресницы, не сыпется, не отпечатывается. Реснички и удлиненные, и при этом такие пушистые. Очень мне понравилось. Вот повторила снова, да. Я вообще, ну, мне туши вот эти Faberlic хватает. Я каждый день крашусь, да, и мне хватает где-то недели на 3, может быть, даже чуть больше. В общем, вот эта тушь мне тоже очень понравилась. Вот, и, соответственно, взяла. В общем, помады буду пробовать, но цвета классные. Особенности вот этот цвет, который потемнее. Вот, если мне не будет сушить кожу, то я возьму еще бежевые всякие цвета. В общем, еще из косметики такой взяла масло для кутикулы. Вот такое. Miracle Oil, питательное масло для ногтей и кутикулы. Я каждый день на ночь обычно такие средства наношу. Мне очень нравится. 76-45 это артикул. В общем, вот такое оно двойное. Тоже попробую. Потом расскажу. Но если увидите повтор, значит понравилось. Вот. И заказала ножи еще. Мой заказ, я заказывала вот такой большой нож. Это поварской нож. Мне он очень нравится. Я его храню, кстати, вот в этом чехле. Он у меня лежит, очень острый. Я не мою его в посудомойке. Вообще, как-то давно мне кто-то, даже, по-моему, кто-то из вас писал, что ножи не нужно мыть в посудомойке, они быстро тупятся. Я вообще ножи стараюсь не мыть в посудомойке. Мою только если, знаете, рыбу там, например, разделывала, и чтобы вот запаха не было, вот ничего такого, тогда я могу в посудомойку положить. Так мою вручную и храню, кстати, вот в этом чехле. Хотя думала, что чехол мне не понадобится. Ну нет, я его помыла, он высох. И я его быстренько в чехол и убираю в ящик, да. Вот, нож обалденный, он такой прям увесистый, очень хорошо там мясо разделывать им, прям вообще классный, мне очень понравился. И я заказала поменьше ножи, потому что, ну, вот этим мясо, конечно, хорошо разделывать, да, но он же, ну, большой очень, иногда нужно что-то поменьше. В общем, заказала вот такой нож, это Сантоки мини, да, называется. Сразу скажу артикул, вот, 910-91-305, да, это артикул. Вот, но я артикул еще подпишу, конечно же, обязательно. Вот так вот выглядит этот нож. Надо быть очень аккуратной. Они, кстати, очень такие, смотрите, какой. Ну, вот я люблю вот такую форму ножей. Очень удобно вот с такой ножкой люблю, потому что удобно очень нарезать что-то, да. Вот, вот так вот выглядит этот нож. И маленький, тоже вот чистить что-то там для овощей, фруктов и так далее. Он вот такой. Это уже, да, он так и называется. Нож для овощей. Вот такой маленький. Тоже очень удобный. Очень удобная ручка вот эта вот. Она такая глянцевая, но она при этом не скользит. Очень классные ножи, девочки. Вот меня кто-то спрашивал про ножи. Прям советую от всей души. Очень классные ножи. Вот этот большой нож, кстати, я ни разу не точила. И он у меня еще очень даже острый. Вот это вот сделано, по-моему, из дерева. Вот это вот. Это, кстати, еще один момент, почему нельзя мыть посудомойки. Если сделано из дерева, то точно нельзя. Да, дерево пака какое-то.
Вот, вот эта вот ручка, но на самом деле по ощущениям она как пластмассовая, очень классная ручка. Вот, так что ножи советую от всей души, девочки. Вот, и еще, ну, у меня такой тут маленький заказик получается. Давно смотрела я вот на этот коврик, антибактериальный коврик для сушки посуды. Потому что я все равно, ну, что-то есть, что я мою вручную, не все мою в посудомойке. Иногда нужна кастрюля, да, что-то из нее вылил, и эта же кастрюля нужна, ее помыл и поставил просушить. Хотела я вообще, в принципе, купить силиконовый, но вот увидела как-то Фаберлик, все смотрела, 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 думаю, ну, надо взять. Вот беру ножи, надо и коврик взять, сейчас я его распакую. Вот у него артикул 912073. И вот антибактериальный коврик для сушки посуды. Что тут у нас? Состав 100% микрофибра. Размер 30 на 50. Вот, но размер очень хороший. Как раз где около раковины положить. Я думаю, что его можно будет, если что, и постирать. Ну, я постираю точно в постиральной машинке, девочки. Я такая. Даже если написано нельзя стирать, я все равно постираю. Я и силиконовый могу постирать в стиральной машинке. Смотрите, кстати, помады матовые уже стали. Вот этот цвет очень темненький, прикольный. Ну и светлый тоже хорошо. Да, такой. Слушайте, класс помады. Главное, чтобы не сушили кожу губ. Так, с этой стороны он выглядит вот таким образом. Он как внутри, как поролончик такой у него. Вот. И с этой стороны вот так вот. В общем, для сушки посуды мне как раз супер. Вот, так что вот такой вот у меня был заказ в Фаберлик, артикулы, все ссылочки, все вам оставлю внизу в инфобоксе. Есть еще вот этот новогодний переполох какой-то, надо будет тоже полистать, посмотреть, что тут есть интересного. Кстати, да, парфюмерию давно никакую не заказывала я от Фаберлик, надо будет тоже что-нибудь попробовать. Там же вы мне писали много, что вам нравится, тут какие-то арома, вот такая штучку хочу. Вот, надо будет посмотреть, да. Вот, так что уже побольше сделаю заказ. Сейчас сделала маленький. Ой, тапочки, девочки. Вот кто меня спрашивал про тапочки. Смотрите, новогодние тапочки появились. В новом каталоге будет. Вот кто хотел, пожалуйста, тапочки. Вот такие, кстати, мне нравятся. У меня подобные серенькие есть. Ну, такие детские, прикольные, да. Вот тоже всякие. Ну, вот такие вот тоже хорошие тапочки. И вот эти вот, видите, они просто в других расцветках. Они очень удобные и тепленько, и в то же время... Открытый носочек, ножка не потеет. Вообще классные тапочки. Так что, кто хотел, вот, пожалуйста, в новом каталоге будут тапочки, девочки. Носочки тоже вот. Носочки. Ой, бомбочки. У меня дети любят бомбочки. Надо будет им заказать. Вот. Видите, тоже тепленькие носочки. Так что, полистаю тоже каталог. Ссылки все оставляю вам под этим видео. Столько уже времени гуляем. А кто-то еще до сих пор боится, трусится, угу, и не хочет ходить. Уже скоро 11 месяцев. Да, у нас 5 часов. Уже темень. Уже темень, да, Джуз, пошли. На ручках мама ее. Бери самокат. На ручках мама ее. Ребеночка своего. Невозможно. Она сама пошла. Оп. Все, идем, идем гулять. Конечно, как же не идти гулять? Это же невозможно. Идем, идем. Да. Пойдем, погуляем, прогуляемся. Пройдемся. Девчулями. О, кстати, тут есть такой домик красивый. Еще так красиво подсвечивается. На камере, наверное, плохо видно. Такой красивый домик. Да, девчуля? Ой. Ой, да. Темень уже. Красота. Я говорю, темень уже у нас. Фонари включаются. Слякоть, грязь. Все грязным будет. Ну что, погуляли, теперь будем делать рыбу. Это у меня треска. Я ее, конечно же, почистила, помыла, обрезала все плавники. То есть полностью подготовила. И теперь нарезаем кусочками. Такими, какими вам нравятся. Чем толще кусочек, тем дольше, соответственно, будет пропекаться. Хотя рыба готовится достаточно быстро. Вот, у меня две рыбки, я сразу их буду готовить. Параллельно у меня обжаривается лук. В моем случае сейчас это лук порей. Но обычно я беру обычный лук. Здесь у меня вода.
Так, специи. Специи это у меня с лимоном, поэтому я не выдавливаю обычный лимон, то есть здесь черный перец с лимоном. И вот в этой мисочке это у меня сливки, которые я немножечко разбавила водичкой, тоже добавила туда специи и заливаем просто все сверху. Выкладываем лук. Еще раз повторюсь, это может быть обычный лук, порезанный полукольцами или кольцами, как вы любите, обжаренный на сковородочке практически до готовности. Вот, и все, отправляем в духовку при температуре 180 градусов, где-то 30 минут. Сверху можно, конечно, посыпать сыром, но я так обычно не делаю. Вместо сливок можно использовать сметану или майонез. Майонезом просто будет чуть-чуть по... Ну, пожирнее получается, да. Вот, я люблю обычно или со сметаной, или со сливками, в зависимости от того, что есть в холодильнике. Сразу скажу, что с обычным луком получается вкуснее, чем вот с этим пореем. Вот, потому что обычно лук, он как раз так вот подрумянивается, становится хрустящий, очень вкусный. Так что простой вообще, незамысловатый рецепт, даже не нужно готовить. Рыба получается безумно вкусная, с таким сливочным вкусом. При этом она разваривается, вот эти сливки густеют, даже если сметанка, то есть у вас и подливка, и рыба. Все это можно подавать с рисом, с пюре, с макаронами, с гречем, не знаю, с чем хотите, да. То есть быстро, просто и очень вкусно. Обожаю такие рецепты, вот поэтому у меня практически все рецепты именно такие есть. А я тут вечерком решила снова начать делать свою картину, так после отпуска еще ни разу не садилась, не делала ее. Так что буду сейчас делать. Тут все ко мне, конечно же, сразу пришли. Боночка, Владичек. Владик у нас раздетый в шортах, поэтому я его не показываю. Игрушки тут мне принес. Ну, оружие. Мало ли отбиваться, да? Там еще оружие. Джусенька моя. В общем, красота. Сижу. Еще заварила себе чай и в чай бросила грейпфрукт. Очень мне нравится вот такой чай. Можно, я тебе такой делала, а ты сказал, невкусно. Вкусно? Он такой горьковатый чай получается. Да. Мне нравится, очень вкусно. Вкусно? Тебе понравилось? Да. Ой, он мне чуть-чуть не понравился, потому что он какой-то горький. Горький. Но он всегда так, когда ему делаю, он не пьет. А мамин чай всегда вкуснее, да? Из маминой кружки. Так что сидим, отдыхаем. Все ко мне пришли? Да. Уроки сделал? Да. Умничка. Бесят я не могу. Уроки. Все со мной. Кстати, рыба была очень вкусная, так что всем советую рецепт. И буду также ждать ваших комментариев. Вот. Ну, а я на сегодня буду прощаться с вами. Кто тут все со мной? Все вокруг меня собрались. Сейчас не дадут мне поработать, да? Да. Джуси все. Еще со своей игрушкой пришла. Хочет поиграть. Она... Просит меня еще поиграть, но я устал. Так что всех люблю, целую, до новых встреч.